The truth is, I wanted to be protected and loved, but I was alone. My only choice was to survive. V, you gotta rest. Miro, I will tell you everything. There is no demon named Urizen. Only a man who threw away his humanity in an endless pursuit of power. He is Dante's older brother. Dante's brother? Yes. And his real name is Virgil. Итак, всем привет, с вами Стал. Сегодня мы продолжаем проходить Devil May Cry 5. Мне кажется, что слишком мало миссий осталось до конца игры, но в принципе ладно. Ну, про тому, что уже начали раскрывать, кто тут это, кто что происходит, зачем... Кстати, зачем вообще Вергилий разделился со своим демоном, ой, точнее, стал демоном? Мне становится очень и очень интересно, что это такое? Угу. Ничего не знаю, ну ладно. Так, а я прокачал уже? А, не стоп, способности. Подожди, где Церберус? Где наш Церберус? О, да, вот это, он без этих способностей, ну это него, ну никуда ты не пойдешь. Вот это, не знаю. Не знаю, вот это... А зачем мне револьвер, если есть длинный револьвер? Удерживайте Б... А, ну нет, это во время... Это что, удар громом? Нажмите Y, пока не накопите заряд, находясь... Назад, затем отпустите игры. Что, блядь? Ну ладно. А, нет. А, да. Ну ладно, тогда кристалл возьму. Че там назад? А, это ж подброс обычно, понял. Эбони Айвори у нас как раз-таки последний заряженный выстрел. Остался 33%, давайте так скажем. Ладно, 40 там немножко больше было, ну ладно. 34% там было, ну ладно. А, ну, в принципе, можем заканчивать. 88 душ. И можно начинать миссию против Вирджила. Хотя не знаю, сейчас против кого мы будем сражаться, ну ладно. Балгар. Ага, понял, спасибо. Вирджил. Is that the damn fruit you've been jabbering about? Doesn't look so special to me. Yep. This is where it all started. That day Mother saved me and... left you behind. The thing you don't know is, she tried to save you too. She kept searching and searching. Until I killed her. I have no recollection of this tale. Or this place. It's all an illusion. Created by this extraordinary fruit. Its power, you see, is all I ever wanted. And with this... No. I will have everything. Одним этим захватом. No, brother. You don't have everything. That last shred of humanity that you still had? You just lost it. That
is nothing but the pitiful cries of those without strength. Come to me, brother. I shall enlighten you, Данте! Ну, ёпта, у нас. Что? Что происходит? Так, ладно. Так, подожди, Церберус. Тише. Ой, блядь. Так, я тебя понял. Там. Отлично. Не надо. Я же уворачиваю. Ты что? Так нечестно, дружище. Я могу вообще тут защищаться? Давайте попробуем. Есть ли у меня такая возможность? Так, да? Ой, не защитился. И еще раз не защитился. Я не реагирую вообще, ноль реакции. А, вот даже вот так вот, да? Окей. Ой, какое отличное начало. Хорошо. Так, ладно. Так. У всех здесь в этой игре есть проблема с атакой в воздухе. У любого вот такого. Ладно, у него нету. А, нет, есть. Ой, так больно. Ага. Ну да. Я, в принципе, если честно, не особо удивлен этому. Вообще, точнее, не удивлен даже. Ладно. Вообще не удивлен. Проблема всех этих игр. Дай-ка я тут немножечко свои. Не, серьезно? Не, это... Ладно. Хорошо. Тише. Давай попробуем. О, да. Так, урон я, конечно, в этой форме все равно буду получать. Но он будет... Так. Не, Вергилий, давай без этого. А, да, этим можно еще стрелять. Это... Так. Тише. Так. Понял. Вот это не надо. Подключиться немножечко надо. Я не понимаю, он стрелял левее меня, но при этом все его пули сейчас полетели направо. То есть мяч сам отрикошетил направо. Я не особо понял, по какой, блядь, такой причине. Вот. Так, ладно. Ай, нога чешется, конец. Все хорошо. А, нет, еще чешется. Нет, вот все хорошо. Нет, еще чешется, сука. Так, ладно. Даже голос, кстати, как у Вергилия. Из третьей части. Кто-то набил. Ты что такое? Зачем ты такое делаешь?
надо. Да, блин. О, не помог. Блять. Ой. Страшно. Ну, серьезно, вот эта тактика прям отлично работать будет всегда. Вот так. Двойной урончик немножко, да? Хотя, если честно, я не особо понимаю, как двойной урон сделан. Где его нет? Так, ладно, половина есть. Ну, не знаю, искал ли ты такую силу или нет, но ты меня опять отбил назад, да? Так, это что у нас? Ясно. А, да, точно, у нас здесь же проблема началась. Хорошо. Не, вообще плохо, что здесь вот такие, такая началась проблема. Воу, за что? Так. Эй, ты должен сам себя был ударить, так нечестно. Я же точно, у меня же... У Данте же есть такая способность. Телепортация называется. Ну раз высокий, значит тебя бьем в воздух, правильно? Оп. Тише, тише. Вергилий, что ж ты меня так боишься? А вот я тебя боюсь сильно достаточно, знаешь ли. Ай-я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 й. Ай-яй-яй. Так, надо немного подхилиться. Так, тут у нас что? Ой, блядь. Ты что, забрал у меня эту? О! Ну ты знаешь. Это бы на дальнее расстояние сражаться или как? О, блядь, три атаки появилось. В воздухе начал бить! Зачем? Что, блядь? Ага. Так, ладно. Ну да, то есть проблема вот всех Devil May Cry, вот... Вот любого Devil May Cry именно в том, что ты будешь, можешь прыгать, блядь... Ай, блядь. Ты можешь прыгать, блядь, хоть 3000 лет, нахуй. И тебя особо бить-то и не будет. Больно, знаешь? Так, у него хп немножко осталось, а у меня, блядь, так же не хватает. Опа! Я же увернулся. Нет? Ладно. Блядь. Пизда, пизда! Сука, сука, я дрался с тобой 4 минуты, блядь. Ярорак. Ну, надеюсь, здесь не, как, с какого-то момента не включится упрощенный режим, потому что, знаете, я чем подумал, если здесь будет сражение против самого же Вергилия, как бы мне правильнее все сказать? А, бля, точно, съебись, кого. Сейчас он тут. Ну, я, с этим, я думаю, при... А, да. Ага. Ну да, проблема есть проблема, у них всегда есть. Я вообще в шоке с этой проблемой. Я думал, в этой части это тоже решат. Хотя, возможно, это сделали для того, чтобы если можно было победить. Если у кого-то не получается выиграть. Если у кого-то просто не получается долго выиграть, возможно, дают такую возможность.
Бля, надо было, я знаю, как сделать что-то. О, да. Так, теперь нужно перекинуть это немножко все в это. Так, это что? Нет, это не истина. Я почти уверен, что это не истинная сила, которую ты хотел бы еще. Или братишка? Кто его знает. Не надо. Бля, я забыл про это совсем, если честно. Сука, ладно. Бля, ты бегал? Да что ты так со мной? Спокойней, спокойней, пожалуйста. И раз. Уходим. Блять, ты прикалываешься. Так, я перекину все равно. Так, ну. Это больно. Так. Так, тут на расстояние нужно отойти. Я могу, в принципе, на расстояние отойти? Или нет? Воу! Да, у него она закрученная, сука. Тарата. Тихо, тихо, тихо. Ну почти. Так. Все, оставляем здесь. А теперь можно спокойно сейчас выживать. Блять, нахуй ты переключился. Так и. Оп. Не понял. А хп опять нет? Где мой хп? Мне нужно сейчас просто хилиться, ладно. Так, вот с этими лезвиями я не знаю, что делать сейчас. А, ну я понял, ему надо... Все, ладно. Надо резать руку рабочую. Ну серьезно, так и надо. Так нечестно. Так, лезвие, давай спавим свои. Ебал его. Я телепо... Я телепортнулся, но при этом он не телепортнулся. Так. Почему-то, блять... Это не сложнее, я скажу так, это не сложнее, чем в третьей части с Вергилием драться, с Вергилием там, блядь. Здесь просто меньше хп, блядь, в принципе. This, хотя бы удалим. Ну, либо они придумали тут такой способ избавления от этого. Хотя, подожди, дай-ка попробую, я это должен сделать. Нет. Я нажал. Ладно. Еще разок. Я опять нажал, но что-то как-то не работает. Так, еще разок. Слушай, сейчас ты что делаешь? Блять, ты. Ладно. Сейчас, это просто пробная попытка. Для прикол. Это прикол такой. Тише.
я нажал. Так, ну в принципе тогда уж, если уж на то пошло, я попробую еще раз зарядить. Это очень легко, но при этом сука сложно. Камон, да. Кинунг. А если... Кстати, возможно. Я только сейчас делаю предположение, и надеюсь, оно получится. Сейчас буду бить как обычно. Так. Спокойно. Ну первый, блин, ком. Хорошечно. Ага. Удачи тебе. Попасть. Бля, попал. Ну ладно. Да, хитрый, ну ладно. Хорошо. Ну, прям по ноге, по ляжке и по всем, ну да. Да-да-да, и он говорит опять, что это истинная пауэр, да, да-да-да. Я тебя почти услышал. Так, стоп. Теперь мне нужен ты. Сейчас посмотрим. Так, ты пошла нахуй. Хорошо, тогда то есть... Хорошо, понял, он не все выдерживает, тогда ладно, без разницы. Давай же дружно. Если, конечно, хочешь. Ага. Главное сейчас быть в движении с этой, на этой стадии, как я понял, да? Вот это хуёво. Спокойнее, Вергилий, спокойнее. Жить дружно, и спокойно. Спокойненько. Спокойненько. Ай-яй-яй. Что происходит? Па, не надо. Так, па. А, нету. Дружище, успокойся. Мне просто нужно с тобой поговорить. Так. Отхилюсь. Блядь, зачем я подошел? Спокойно. Бля, я забываю. Вот это я не особо понимаю. Сука. Да, ну ты иди нахуй. Что, блядь? Спокойно.
Так, а теперь мне нужно немножко подкопить. Ой, больно. Ну ладно. Иди сюда. Жалко, что он меня бить в этой стадии может. Ну то есть копил до конца и, бля, я полчаса я с этим занимаюсь, это пиздец. Так с этим сразу. Хорошо, сделаем по-другому. У меня там есть отличное окошко для как раз таки той стадии. You ready to do this, Virgil? All ends here. Got it! Ага. Угу. О, больно. Так, нечестно. Хотя можно честно. Я тут не знаю уже. Ну тут вот, вот это нечестно уже. Так. Вроде прыгнул. Так. Так, ладно. Это, блядь, хуйня. Получится, не получится. Блядь, он так долго это делает. Я-то вот все. Ладно. Ага, true power. Просто проебался. Ну и тут, блядь, пиздец. Так, подожди. Блядь, никто нажал. Бля. Как это работает? Как люди некоторые просто все просто. Да. Я смотрел видосы, как они сражаются с некоторыми врагами. Я такой думаю, бля. Вы что, бля, предвидите будущее или как? Так. Ну ладно, чем больше урона, тем лучше, согласитесь. Блять, я забываю. Ладно. Так, есть. Дальше. Блять, почему он не тэпнулся? А, понял почему. Воу. Тихо. Прикольно. Кстати.
происходит, вот скажите мне, пожалуйста. Так, ладно, выключим-ка мы тебя. Что ты хочешь сделать? Мы больны. А, уже начал драться, да, в воздухе? Fighting like hell to protect Dante. Вот это хуёво. Нормально? Это очень плохо. Воу. Прыгни, блядь! Я не могу прерывать. Данте не умеет прерывать свои же атаки. Больно. Вот это, блядь, грустно. Уйду-ка я. О, да. Давай же, друг. Как хочешь. Ну как хочешь. А ведь могли продружиться. А знаете, что я решил? Я не помню, сколько у него хп. Во-первых. А во-вторых, использовал то, что полностью при здоровье. Конечно. О, да. Опа. А, нет, не вообще без разницы. Ну, если вот так вот, в принципе, то нормально почти что. Ого. Спокойно. Ой, это не особо. Ай-яй-яй, за что? Вергилий, что ты тебе сделал-то такого? Вот и все. И того добиваем мы тебя. Ну, таким образом, потому что одна серия уже 30 минут. Почему они фаитят друг друга? Чтобы увидеть одну справедливость через. Человек должен бороться за нее. Даже если тот, кто стоит перед ним, это его кин. Это ужасно. The brothers of blood disagree on the very reason of their existence. They must fight. Dante! You're late. Just finishing up. Is that really your brother? I'm afraid so. So he was behind all this. Your own flesh and blood. Right again. In the last throes of defeat, I see. You. V, get back. Things are about to get really messy. No. Please. Let me. I want to end this battle with my own hands. А глаза-то моргают. Struggle. For if you can't even defeat me, then you've already lost. I will not lose. Not to Dante.
I need power. More power. I know. We are one and the same, you and I. But you've lost me. And I've lost you. Yet we are connected by that one feeling. While thy branches mix with mine, and our roots together join. Так, если они просто сейчас соединятся, то это просто обычный вертилий будет, разве нет? А в чем проблема? Альфа и Омега. Вергилий. Ну, здравствуй снова. Возрождение. Да, Б, блин, я не получилось. 88 душ было. Стало 15. Ну, знаете, это можно пройти, но слишком аккуратно. Либо, я не знаю, никаких-то особых путей, чтобы... Например, я не понимаю, для чего нужен защитник. Особенно, блядь, переключение режима вот здесь. То есть, я понимаю, но не понимаю. Вот как-то... Я понимаю, что он для разнообразия, но не понимаю, как его использовать. Вот зачем... Вот заполнится шкала, и что? Вот что произойдет? Я могу все отражать или как? Ну, и либо меня просто потом больше не смогу отражать атаки. Ну, ладно. Тут мы закончим с этим, потом разберемся как-нибудь. Да, я подумаю, да, ну, возможно, нет. Ну, ладненько. Итак, всем пока. Ох, ю. Всем пока, с вами был Стал, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, до следующей серии и всем пока.